Утро доброе! Это искусство для здоровья. И прямо сейчас мы на себе ощутим, что такое мастер-класс Александры Тихомировой. У нас уже второй мастер-класс для просто людей, которые хотят узнать, что такое балет. Без подготовки, кто-то с небольшой подготовки. Сегодня отличается тем, что ведущий мастер, балетмейстер, хореограф Александра Тихомирова проводит этот мастер-класс. Конечно же, это полезно, потому что классический тренаж относится к одной из древнейших систем, которые, как ни что другое, организуют наше тело, выправляет его. И я считаю, что, конечно, нужно заниматься классическим танцем для того, чтобы изучить себя и организовать. Ну как вам? Очень хорошо. Хорошо? Да, мне нравится. Совсем не сложно? Когда сложно, тогда и хорошо. Вы впервые в балете? Да. Я тоже. Мне уже все болит. У меня тоже. У вас хорошо получается. Спасибо. Лучше, чем у девчонок у многих. Ну как вам, не сложно? Вы что, не первый раз в балете? 3 года. Я думала, будет легче. А ты? Анжелика Пушнова, Алексей Шаплов, Сергей Третьяк. Наше утро.